Сейчас у нас замена воздушного салонного фильтра, который вот этот ставится туда под так называемую защиту, или жабо кто-то его называет. Значит, это не сложно вообще, но есть сложности только одна в том, чтобы снять вот эту крышку, не всегда легко. Что для этого нужно? Ну, понятно, что нужно отсоединить вот эту защиту. Теперь у нас поднимается вот эта часть пластика, но не поднимается. Здесь вот такая сплошная защелка. И вручную я пробовал, не получается. Она вот в этом месте начинается приблизительно. И вот так вот сплошную идет. Значит, нужно просто поддеть отверткой. И вот аккуратненько, вот она тут защелкивается, я просто уже отщелкнул, и поэтому решил снять. Тяжело отщелкивается, поддеваете, и так буквально шаг за шагом снимаете. Я сейчас покажу, почему. Дальше. Теперь можно снять, она полностью не вытаскивается, здесь она привязана шлангочками. Но суть в чем, что смотрите, вот эта защелка, это вот такая полоска, которая вставляется вот в этот желоб. И вставляется достаточно плотно, если она редко снимается, но крепко очень сидит, поэтому нужно около нее поставить отверточку и вот так вот аккуратненько чик-чик-чик-чик-чик. И уже потом, как только немножко приподняли, она дальше уходит. Ну и все, теперь я уже снимал, поэтому вытаскиваем фильтр. Он вставляется вот в такую основу. Фильтр очень грязный у меня был, я его еще не менял, машина у меня около года. Суть в чем, что здесь очень много мусора. Я пропылесосил внутри, пропылесосил вот здесь, собирается листья, мусор. Потом продул еще воздухом. И уже теперь ставлю новый фильтр. Как уже поставить, не вопрос. Все в обратной последовательности. Проблема только в том, чтобы вот сорвать этот фиксатор в самом начале. Потом он идет уже нормально. А так кажется, что ну сломается сейчас и все. Нельзя его вот таким образом поднимать. Нужно с этой стороны потихонечку, и причем не вот за это тянуть, смысла нет, а вот начиная отсюда подталкивать отвертку. Поэтому обратите на это внимание. Ну и все, собственно. Теперь вставляем в эту рамку новый купленный, я купил Денсо. Ну вы уже, тут на скорость точно не влияет, и на двигатель и ни на что точно не повлияет. Вставляем в рамку и вставляем, причем тут он так сделан, что вставляется, смотрите, вот таким образом прямо внутрь первой секции, вот так вот, и назад вставляем, защелкиваем. Защелки стоят, защелки, и не перепутайте, потому что здесь с одной стороны 3, с другой стороны 2. 3 там с внутренней стороны стоят, поэтому перепутать вы не сможете, как правильно поставить. Ну и назад на защелочках сможете вставить. Все, теперь у вас новый фильтр. Повторяйте, это несложно, самостоятельно можно это сделать. Подписывайтесь на канал, очень много, и не только по автомобилю, но и по ремонту бытовой техники, электроники, электроинструментов. Увидимся на канале. Всего доброго.